В Люберцах дали старт очередному сезону фонтанов. В этом году водные объекты включили в день проведения общеобластного субботника. 3, 2, 1! Главный фонтан городского округа находится в Центральном парке. Он построен в 2019 году. Диаметр основания 16 метров. Высота струй достигает 15. Фонтан оснащен системой GSM-оповещения о затоплении и камерами видеонаблюдения. Музыкальный репертуар включает 12 мелодий, а несколько сотен светильников настроены так, чтобы их свет было видно со всех точек. Украшением парка, сквера или городской площади. Какое лето без фонтана? Мы уже привыкли, что в нашем парке есть фонтан такой замечательный. Он стал точкой притяжения для люберчан, для молодежи, для наших гостей. Я думаю, что день-два и солнышко будет. И когда здесь будет фонтан и зелень, это просто красота.